1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Перед вами сегодня второй футболист, который в зоне телеканал «Звезда» очень хочет первым. Скажите, пожалуйста, ну вот про ощущения. Все-таки это же необычная тренировка была. За вами наблюдали дети. Вот как вы себя чувствовали в этот момент? Причем особенные дети. Дети, конечно, особенные. И мы, конечно, все рады участвовать в таких акциях. Это правильно. И это нужно делать, конечно. Ну, дарить улыбки детям – это, наверное, самое замечательное, что может быть. Можно еще вопрос про ощущения? Вот обычно сборная все время живет отдельно в гостиницах перед матчами, а сейчас готовится на базе в Новогорске для команды по другим видам спорта. Это, не знаю, может быть, как-то какие-то особые вызывают эмоции, как-то объединяет, что вы все вместе там для страны делаете особое дело? Ну, есть такие какие-то ощущения, но и по детству вспоминаешь, когда какой-то детский лагерь спортивный, что много видов спорта вместе, но это никак не мешает и не сказывается на подготовке. Ну а с другими видами спорта, с ребятами, с какими-то мы здесь общались за время проживания? Ну, только иногда в бане с кем-то пересекались с видами спорта, не помню какие, и молодежная сборная по футболу. Бани не важно, наверное, про какие-то виды спорта. Ну, бани все равны. Да, еще... бани все равны, кстати, да. Все, ребят. Вчерашняя тренировка была с серьезными физическими нагрузками. Как команда себя чувствует, как вы себя ощущаете после таких физических нагрузок? За команду мне тяжело сказать. Ну, довольно-таки интенсивные тренировки, но все, я думаю, футболисты привыкли работать в таком режиме, и я думаю, все нормально себя чувствуют. Владимир, в первый день сбора игроки говорили о том, что результат двух контрольных матчей все равно очень важен. Вот, на ваш взгляд, важнее сейчас именно результат или игра сама игра? Ну, я думаю, все взаимосвязано, потому что можно же и при хорошей игре добиваться результата. И, ну, как тренер говорит, что, наверное, каждый поединок важен, поэтому будем готовиться. Еще сегодня полдня, завтра день, но сейчас уже знаете, как побеждать Южную Корею? Ну, мы соперника еще не просматривали, в ближайшие дни обязательно посмотрим. Я думаю, тренер даст нужные указания нам. Скажите еще вот по поводу акции. А дети вам какие-то вопросы успели задать, вот с вами лично пообщаться? Нет, к сожалению, все быстро так произошло, не получилось. Может быть, что-то тронуло вот на какой-то момент? Ну, конечно, трогают такие моменты. Ну, не просто встречаться с такими детьми, на самом деле, очень тяжело, потому что все тут взрослые люди, у каждого есть свой ребенок, поэтому... Ну. А как это могло повлиять на вашу игру, если вот вы играете, понимаете, что за вами смотрят такие глазки, для которых вы просто... Ну, наверное, это пример для подражания, на самом деле, как надо бороться, побеждать и ну, не останавливаться на достигнутом. Только положительные, получается, эмоции и хороший пример для нас. Владимир, а про Корею вообще что знаете? Про Корею мало что знаем. Ну что-нибудь. Ну, мы с ними играли, по-моему, в каком году. Когда мы с ними играли, да, и перед, по-моему. Мы в Дубае еще играли. Да, отлично, футболисты тоже. Все, коллеги? Спасибо.